Классно. Дождусь, когда откроют, и поеду. Мне сейчас все равно, я на русском не живу, я живу в городе, поэтому меня эта проблема никогда особо не касалась. Ну, радостно, что происходят такие хорошие события, почему бы и нет? Ну, какие гордость за наш Владивосток-то, бог ты мой. Наконец-то что-то произошло. Ну, конечно, смотрели, все время было очень интересно, вообще молодцы, конечно, красота неописуемая. Мне, как родившемуся здесь, выросшему, очень приятно. Так как у нас строят, ну, ничего хорошего, наверное, от этого не выйдет. Очень хочется приехаться, попробовать по нему. Ну, очень интересно, на самом деле. Мне кажется, ну, это очень хорошо для нашего города. Вообще никак не верили. Думали, что не достроят никогда с нашим-то правительством. Ну, эмоций особо никаких не вызывает. Ну, рада, что сделали наконец-таки все-таки. Ну, насчет русского не скажу, потому что живу на Чуркине. Но на Чуркине рада, что наконец у нас будет мост. Следили, видели, надеялись, ждали, стояли в пробках. Ну вот выстояли, наконец-то ждем, когда запустят в эксплуатацию уже его. Как приятно. Дело в том, что я сам, кстати, с русского острова. Вечная проблема. К зубному проблема. По всей мелочи тоже проблема. Но с одной стороны и жалко. Почему? Ну представьте, мост появился, сейчас каждый желающий туда приедет. И мне больше всего волнует то, что те ребята, которые будут иметь большие деньги, начнут строить дачи и забор будут уходить в море. Просто загадят его.